Я Бурдаков Александр Алексеевич, командир Тверского авиационного звена, авиационно-спасательного центра «Жуковский», МЧС России. А это проект «Тверь-Тим». Я уже готовился в авиацию, в принципе, с рождения. Все детство мы, в принципе, проводили на аэродроме. В общей сложности у меня 11 500 часов налета. Сейчас у нас 21 человек в звене. Два экипажа постоянно находятся в готовности. Используются вертолеты К-32, один из БЩ, да, и Ми-8 МТВ. В основном Ми-8 это у нас по санитарным рейсам, а К-32 это по вылетам по ЧС, по ДТП и по всем остальным задачам. Практически каждый день, а то и по 2-3 раза в день, когда возим больных в основном, да. В последнее время очень много ковидных больных возим, детей много возим. Помню один вылет в Санкт-Петербург. Ребенок в перинатальном центре только родился, и мы его ждали запущенный, что он родится. Вот он только родился, его сразу взяли и в Санкт-Петербург. То есть час от роду ребенка, и мы его в Санкт-Петербург отвозили там, на операцию. Любой, даже самый маленький вылет здесь, наплевательски относиться ни в коем разе нельзя. Ну, я просто себя не представляю без авиации. Я не представляю, чем я могу еще заниматься, кроме как летать. Ну, это все для меня. Я этим живу. Я не представляю себе другую жизнь, поэтому я просто, может быть, не сталкивался с другой жизнью. Но у меня эта жизнь, она для меня. Спас того же человека. И уже на душе спокойно.